вечер. Всех с Новым годом. Вот самое главное – здоровье и хорошего настроения. Я буду читать стихотворение Николая Руссо. Вот он у меня. Это мне подарили. Кто член его центра, этого Николая Руссо, всем думается. И он мой земляк. Один из великих русских поэтов. Он погиб в 1971 году. 35 лет ему. Сейчас я буду читать стихотворение его «Выпал снег». Это стихотворение написано в 1969 году. Так как я математик, я посчитала, что 50 лет этому стихотворению. Ура, да? И будем читать. Юбилейное стихотворение Николая. Выпал снег, и все забылось, чем душа была полна. Сердце проще вдруг забилось, словно выпил я вина. Вдоль по улице, по узкой, чисто мчится ветерок, красотою древнерусской обновился городок. Снег летит на храм Софии, на детей, а их не счесть. Снег летит по всей России, словно радостная весть. Снег летит, гляди и слушай, так вот просто и хитро. Жизнь порой врачует душу. Ну и ладно, и добро. За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью.